Рассмотрение прошло во всех профильных комитетах, прошли публичные слушания. Все комитеты бюджет поддержали. Нужно сказать, что бюджет остается социально ориентированный. Более 60% всех средств направляется на поддержание социальной сферы. После первого чтения в бюджет 2017 года были внесены по предложению депутатов ряд изменений. Бюджет стал, на наш взгляд, более эффективным. В частности, увеличился объем финансирования и поддержки сельского хозяйства почти на 1 миллиард рублей. 245 миллионов рублей было дополнительно направлено на обеспечение жителей Вологодской области лекарствами. 185 миллионов рублей дополнительно было направлено на ЕДК. В ходе работы над бюджетом было внесено около 80 поправок, более 90 предложений. Соответственно, все это было с успехом рассмотрено. В целом, по бюджету 2017 года нужно сказать о том, что государственный долг Вологодской области по состоянию на 1 января 2017 года будет порядка 31 миллиарда 200 миллионов рублей. В целом, по результатам работы 2017 года, по состоянию на 1 января 2018 года, государственный долг Вологодской области должен быть снижен до 27,2 миллиардов рублей. В ходе обсуждения бюджета было сделано по предложению комитета по бюджету 5 протокольных записей. Это те направления, которые требуют дополнительного пристального внимания, и при поступлении в течение следующего года дополнительных средств будут дополнительно профинансированы. Поэтому депутаты будут контролировать выполнение этих решений.